Швеция названа страной, которая хуже всего борется с эпидемией коронавируса. Соответствующее заявление сделала Организация экономического сотрудничества и развития. Сотрудники ведомства проанализировали страны Европы и сравнили их методы борьбы с новой инфекцией. Оказалось, что Швеция хуже остальных справилась с сокращением индекса репродукции, который показывает, какое количество людей сможет инфицировать один зараженный человек. Также в шведских больницах фиксировали серьезные проблемы с уменьшением количества новых пациентов с COVID-19. Ранее власти Стокгольма и Мальме объявили о закрытии бассейнов, музеев, галерей, тренажерных залов и других общественных мест.